Здравствуйте, друзья. Сегодня так, небольшой обзорчик моих попугаев. Так, по-моему, зеленая самка, которая самца убила, вот присаживается. Я два назад смотрел, одно яйцо снесла. Ну, вообще-то... Еще такое ощущение, что еще не сидит, но... Уже почаще в домике, в гнезде находится. Так, пойдем дальше. Так, у этой зеленой тут выглядывает то синенький, то голубенький, то желтенький. Вот у этого самца, у этой пары самка вот вылезла, вылетел вот такой вот. Птенчик. Вот такой красавчик. Завтра его отсажу. Собирается, даже три дня собирается. Вот такие волнистики. В конце сезона разведения расскажу, сколько из трех пар получилось в общем количестве. Ну вот я его снимаю, стою от него. Вот, сетка. Вот. Они не бьются, не сумасшедшие. Ну так, улетают, но... Ну вот так вот. Как бы не бешеные, как иногда. Бывают особенно рубинки. Вот. Что я тут 20 сантиметров, полметра от них стою. Вот, Назар, видишь, это для тебя снял. Вот они не бьются. Тут два лютиновых линять начали. Ну, это вообще... Сидит, даже не двигается. И вон дальше улетели. Вот я хожу, они так перелетают. Что у нас дождь пошел. Такой меленький. Да, начали линять, и рубинка он линяет. Так что, видишь, они не очень бешеные. Вот бледноголовый. Считай, с руки у меня ест. Вот. Лети сюда.
Вот горный, тоже руку тяну. Это меня ожерелый вообще с руки берет. Две годовалые самки. Для себя оставлял их. Уже им второй год пошел. Езда. Ну, здесь все, что на продажу. Разовощеки. По-моему, фокус потерялся. А этих розовощек и себе ставил. Посмотрим, может, продам, может, себе ставлю. Ну, все, до свидания. На сегодня все.